Напоминаю родителям, которые желают воспользоваться первоочередным или внеочередным правом при направлении ребенка в детский сад, что в период с 15 апреля по 15 мая необходимо подтвердить льготу, предоставив в городское управление образования документ, подтверждающий льготную категорию семьи. Для этого необходимо обратиться по адресу Пушкина, 122, кабинет номер 2, отдел дошкольного образования. Более подробную информацию можно получить по телефону 22 37 87.